В Казанском университете имеется множество лабораторий, которые занимаются фундаментальными исследованиями в области физики, биологии и химии. А год назад в КФУ появилась университетская клиника, где решаются конкретные задачи – оказание населению медицинских услуг. Но, как признаются ученые, между наукой и клинической практикой существует пропасть. Ее решением является трансляционная медицина. Проще говоря, это процесс внедрения фундаментальных исследований в клиническую практику. Дать ученым и врачам возможность свободно и напрямую общаться позволяет вот эту вот пропасть сократить. И это позволит внедрить разработки казанских ученых гораздо более эффективно в клинику. Конференция трансляционной медицины 2016 в Казанском федеральном стала площадкой, где сошлись коллективы из разных областей науки. Объединила ученых одна цель. Все их исследования направлены на разработку новых методов лечения и развития здравоохранения. Студенты и аспиранты КФУ тоже внесли свой вклад. Они представили свои научные проекты для использования их на практике. Наш проект, он раскрывает новые механизмы патогенеза заболевания, такого как мигрень, как хроническая боль. То есть мы изучаем механизмы формирования боли. Соответственно, узнав больше о механизмах формирования боли, мы можем рассказать о новых механизмах для лечения этой боли. Отметим, что ежегодная конференция только с этого года расширила свой формат и получила направление трансляционной медицины. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.